Дорогие друзья, всем привет! Это очень забавно. Я вчера записывал битву сундуков со своим младшим братом. Он, кстати, был вместо моей вебки, которая сейчас здесь. Но неважно, сейчас не про брата. Короче, я реально, вот когда открывал сундуки, я понятия, малейшего понятия не имел, что мне там падает. Да, по подсчетам, когда уже в конце я понял, что ну мне скорее всего выпало, как минимум, лего. Но то, что мне выпало в этом... В этом ролике я должен еще раз пересмотреть и вам показать. После этого я хочу пойти проверить кое-какую тему. Дорогие друзья, вот честное слово, хотите верьте, хотите нет. Но как только я говорю, поставьте лайк, подпишитесь на канал. И как только реально собирается много лайков и много людей подписываются, происходит невообразимое. Вот прямо сейчас поставьте лайк и подпишитесь. Вы проверите до конца видоса, вы убедитесь. Ролик собрал 100 тысяч лайков за сутки. Хотя просмотры, ну опять же, не миллион, не 2 миллиона. Хотя такие лайки по соотношению реально к миллиону в основном. Это жесть, ролик нигде в тренды не попал, ничего, ну 100 тысяч лайков есть. Короче, давайте я вам покажу, ради чего я вас здесь собрал. После этого, когда я покажу, мы пойдем кое-что проверять. Смотрите ролик до конца. Итак, битва сундуков. У меня 669 маленьких. А у Никиты 655. Короче... Я начал открывать сундуки. С первых же боксов, друзья. Смотрите, у меня вот до открытия написано 17 бойцов, которые подсвечиваются зелененьким. Соответственно, мне ничего еще не выпало. И как только я начал открывать, сразу появился новый боец. Сразу же. Видите, уже три. Буквально, смотрите, вот, смотрите, один боец, я ничего не трогаю. Оп, уже второй боец, и сейчас третий, смотрите. И сейчас третий, просто. Сейчас, тихо. Сейчас. Я просто хочу это вам показать, потому что тогда я открывал закрытыми глазами, я не мог на это обратить внимание. Все, Джеки выпало, все. И вот здесь только я заметил это, выпал Спраут и Джеки в начале, просто сразу два бойца. Но это ладно, потом начали падать другие бойцы, начали мифики падать, гаджеты просто невероятно. Сейчас я найду этот момент, хотя бы хоть одного бойца, когда мне выпал какой-то мифик. Самое интересное я вам сейчас покажу в конце. Вот мне выпал эпик, я подумал, что мне дропнулся мифик. Никите, да, в этом батле очень не повезло, вот мне Мистер Пи дропнулся, но это все ладно. Вот с этого момента я просто дико выпал. Я должен это еще раз посмотреть. Сейчас, секундочку. Вот этот момент. Просто, тихо, все, всем тихо. Глазами, я думаю, невозможно. Так, гаджет. Ну, я невозможно играть с закрытыми глазами. Я уже потерялся, реально, я уже забыл, где я нахожусь, уже в пространстве. Сколько минут ролик, интересно? 24, 27 где-то, не? Оп, оп. И вот он, тихо! Тихо, вот он! Выпал. Я не знал, что ребята, там Леон. Отвечаю. Многие ребята пишут в комментариях, да, у Холдика там один глаз что-то где-то подсматривал. Ребята, вот бессмысленно это писать. Я ничего не подсматривал. Это для меня было. Я для себя видос. Мне интересно было закрытыми. Зачем мне обманывать и подсматривать? Для чего? Как будто я там выиграю какой-то миллион долларов, блин. Нет, я не подсматривал. Я вам клянусь, я не знал, что там Леон. Но это еще не все. Это еще не все. Смотри. Все молчите, никто ничего не подсказывает. Но я теперь... Я услышал разницу. До этого не было лего. Я не знал, что там лего, честное слово. Но смотрите, это еще не все. Смотрите. Выпал ли он? Продолжаем. Надо скриншот сделать. Давай. Все. Смотрите. Все, я продолжаю открытие. Смотрите. Просто смотрите. Давайте сейчас посмотрим, сколько боксов. Смотрите. Так. 33 бокса. Итак, смотрите, когда выпадет следующий боец. Поехали. Продолжаем. Первый бокс пошел. Второй бокс пошел. Не знаю, ребят, не знаю. Третий бокс пошел. Смотрите. Четвертый бокс пошел. Рома, запомни. Пятый. Момент, что я там... Вообще, гаджет падает с пятого. Давай. Пятый. Шестой. Седьмой. В смысле? Из седьмого сундука вы посмотрите! Седьмого сундука! Офигеть! Просто вы когда-нибудь такое видели? Что это? Ребята, у меня не было мифика велик. У меня там реакции абсолютно никакой, потому что я ни малейшего подозрения не имею, что вторая лего... Я представлял себе, но я не хотел делать фейковую реакцию, потому что я не вижу, я не уверен, что там лего. Сейчас я охреневаю, когда... Друзья,
Когда я пересматривал этот ролик, я серьезно, я вам клянусь, я до последнего держал интригу. Я когда уже вырубил запись, я тогда просто выпал. Я пересмотрел ролик, я охренел. Никите в тот момент не везло. Я нереально в шоке. У меня сейчас, смотрите, есть где не открыты 700 боксов. Нету куча эпиков, куча мификов и легендарок. Сегодня я хочу еще раз это проверить. Я не знаю... Может быть, раз на раз не приходится, но я хочу это проверить. Я вас умоляю, все, кто сейчас смотрит этот ролик, поставьте лайк, подпишитесь на канал. Вот прошу, эксперимента ради, если вы уже все подписаны, репостните этот видос, попросите подписаться друга. Ну, сделайте хоть минимальную активность, обязательно. Я начинаю открытие, сейчас проверим, как это работает. Кстати, блин, особые акции в магазине, смотрите, разыгрываются. Могу их разыграть. Давайте так, я не знаю, прошлый ролик собрал 100 тысяч лайков налегке. Давайте повысим планку. Если этот ролик собирает 150 тысяч лайков, я делаю конкурс на Джина и на Мистера Пи. Если хотите, я просто не в курсе, надо вам это или нет. Пишите комменты, ставьте лайки. Друзья, я начинаю открытие, все, я не буду отвлекаться. Надеюсь, вы все подписаны. Я в шоке, я вчера охерел. 7 боксов выпало, 2 леги. Да это же... Ну это же нереально практически, да это же практически нереально. Жесть, вот фарт, так фарт. Я реально, я, ну, вот просто, даже если вам падлу на время ролика, подпишитесь. Я не знаю, у меня реально дикий шок был в тот момент. И вы понимаете, я смотрю на свою реакцию, о, гаджет. Смотрю на свою реакцию и понимаю, что, блин, я ведь не вижу, что там лего, и я этого не понимаю, и не оцениваю. Хотя там люди пишут, капец, тебе 2 леги выпало, и у тебя такая реакция. Ребзи, так я же не вижу, что там лего, поэтому я делаю повторное открытие, только теперь с открытыми глазами. Так, там уже 2 бойца, что такое? Фрэнк выпал, да дроп, ты че? Способ начал работать. Ты только лайкнул, подписался, уже выпал Фрэнк. Давай, дружище, больше, больше, больше лайков, больше подписчиков, больше действий. В описании там тоже подписывайся, на телегу, на инстаграм. Я не знаю, сделай максимум, что ты можешь сделать. Поверь, если ты сейчас сделаешь, тот, кто сейчас смотрит еще, параллельно еще кто-то. Если мы сейчас максимально сейчас просто взорвем, нам однозначно что-то дропнется, прям что-то интересное. Пожалуйста, я реально очень хочу это проверить, я вчера охренел, я... У меня было подобное всего лишь один раз. Ну, может, ладно, несколько раз, которые мне запомнились. Первое, это моя днюха, когда мне выпало 3 леги подряд. Я подумал, ну ладно, это днюха, это что-то, где-то сошлись звезды, это какое-то волшебство произошло. Это днюха, хер с ним, да, все. Но когда я просто батлил и мне 2 леги подряд, я не поверил, ну это же нереально. Ребята мне многие пишут, которые, подписчики, которым не падает там, я не знаю, годами ничего, ну не ладно, не годами, но там полгода, да, пишут, год играю, ничего не падает. И тут я в одном видосе за сколько, за минуту выбиваю 2 легендарки. У меня начинаются сомнения, как это возможно. Поэтому, друзья, давайте проверим. Подписка, лайк, работает или нет? Сейчас до конца видоса узнаем. Выпал пока Фрэнк. Пока что выпал Фрэнк. Если дропнется лего, 100%. И, кстати, те, кто подписаны, тоже просто копите боксы и открывайте себе сундуки. Вам по-любому тоже что-то дропнется. Что там? Кстати, ролик собрал 100 тысяч лайков. Конечно же, второй выпуск будет. Реванш с Никитой. Я задоначу по 100 долларов, посмотрим, кто выбьет больше. Бам, сюда иди. Это эпик. Поехали дальше. Давайте посмотрим, какой шанс на легу. Слушайте. А что если... Смотрите, если сейчас дропнется нам спраут, я куплю Джина и куплю Мистера Пи. Вот такие вот условия. Я куплю их, чтобы, ну, чтобы реально выбить легу. Ну, мало ли, вдруг получится, вдруг фартанет. Не знаю. Блин, я думал, это Сэнди, господи. Фух. Ребята, уже 4 бойца, пожалуйста. Максимально, давайте, надо лего. Лего нужна. Ну, блин, ну то, что произошло вчера. Я отвечаю, я должен это был пересмотреть еще раз. Я хотел сделать полную реакцию на то, что мне падало, и я этого не чувствовал. Вот серьезно, многие не прочувствовали, да? Вот когда, допустим, я вижу, что падает лего, естественно,
Естественно, это, блин, шок. Когда я не вижу, что падает лего, и такой, что-то выпало. Ну, пусть будет лего. Но там реально лего, не те ощущения, потому что, да камон, ну ладно, там одна лего, ну фиг бы с ней, ну выпало и выпало. Ну, ёпта, 7 боксов, 2 леги? 7 боксов, 2 леги? Это что-то больше. Так, у нас 5 бойцов. Нам Мортис выпал! Мы его не заметили, нам выпал Мортис. Мы не заметили Фрэнка и не заметили Пэм. Ребята, смотрите уже, сколько выпало бойцов. Я настоятельно рекомендую обязательно всем лайк, подписку. Обязательно, просто. Все обязаны быть подписаны. Вот проверь. Я понимаю, что, кстати, без подписки стало меньше смотреть. Раньше где-то 70% людей смотрели без подписки. Я запрещаю тебе смотреть открытие без подписки. Запрещаю. Нам отвечаю все, кто, если больше там 80% ролика, 80% людей, которые подписаны на канал, смотрят открытие, вы вас пересмотрите, они все рекордные, просто все видосы рекордные, там, ну, бешеные просмотры набирают, это, я считаю, неоправданно, я согласен, но они набирают, и выбиваем мы там тоже, ну, бывает такое, что... Если бы не на видос, никто бы не поверил. Вот реально, вот мне пишут там в комментах, да, там, подписался, поставил лайк, выпало лего. Ну, верится в это, типа, ну, сомнительно, да, типа, пруфани, как бы. Но, когда вот у меня происходит это на видео, я начинаю в это реально верить. Поэтому подпишись, поставь лайк. Просто. Итак, у нас осталось еще 500 боксов. Но мы уже выбили 4, нет, 3, 3 бойца и одна пассивка. Гаджет. Давайте мы прокачаем персов, чтобы еще гаджеты нам падали. Угу. Так. Прокачаем сейчас на 7 уровень, чтобы хотя бы гаджеты нам дропались. А то неинтересно, когда ничего не падает. Хотя уже выпало немало. Так, есть. Кого мы еще можем прокачать? Кольта можем? Да, но только на 6. Что-то странная прокачка какая-то, да? Даже не 7 уровень. Не 7 уровень? Блин, ну что по легам? Получается, одна легендарочка всего лишь, да? Это Леончик. Фу, Ребзи, ну это можно ли исправить? Это легко исправить, просто я не знаю... После вчерашнего я прям начал... Мне прям аж всего... Блин, это... Блин, это то, что я это не увидел, меня аж бесит. Я хочу это сделать, чтобы я увидел. Пожалуйста, дайте мне выбить 2 леги с открытыми глазами. Жесть. Ну хорошо, хотя бы я реакцию сделал. Опа, привет, Данечка. Иди поздравляй. Скоро будет батл моего сына с моим братом. Это будет очень интересно, поэтому подписывайтесь, ставь лайки. Так, у нас 5 новых предметов, 400 бойцов еще. Ой, 400 боксов. Боксов еще дофига. Давайте Опа, гаджет. Боксов еще дофига, поэтому давайте 6! А, фух, это... Опа, еще один гаджет. Весело. Так, уже 7 новых предметов, но мы знаем, что это плюс 2 гаджета. Новых пока... Я хочу Спраута выбить, и я куплю этих двух персонажей, дабы они нам не мешали. Но опять... Не, опять же, может быть, и не надо покупать, чтобы не делать шанс на Легу меньше. Я хочу Легу, только Легу, все, больше ничего не хочу. Блин, вот реально... Опа, 8 предметов, 8 предметов, Спраут выпал! Не, за слова надо отвечать. Я сказал, если выпадет Спраут, вот этих двух бойцов я покупаю. Я, честное слово, я бы хотел их выбить, но я ляпнул это... Это предложение, поэтому если я сейчас не куплю, многие начнут холдик. Ну так некрасиво, ты пообещал, пожалуйста, выполняй. Я с ними соглашусь. Я, честное слово, я их не хотел покупать. Ну Спраут выпал, судьба подсказала. Да, купи. Офигеть просто сейчас будет. Офигеть просто сейчас. Итак, ребятки, я задонатил гемасики. Значит, первого покупаем джина. Очень крутой джин. Ребят, если хотите от меня розыгрыш, джин плюс мистер Пи, подпишитесь на канал, поставьте лайк. И на инстаграм подпишитесь. Я реально разыграю, если вы подпишетесь. Смотрите, еще один мифик падает. Еще скин на него крутой. И, как и обещал, холдик держит слово. Я покупаю мистера Пи. 2 мифика подряд. Смотрите. Опять же. Это понятно, что... Ну, я не буду считать, что вау, нам повезло, выпало. Я это сказал, что если выпадет Спраут, я реально куплю их. Нам осталось выбить Тару. И нету 3 легендарок. И боксов еще достаточно. Я вас прошу. Ну, вот реально. Ну у вас же есть друг. Неужели нету друга, который не подписан? Репостните. Запостите где-то у себя, не знаю, в инстаграме, где угодно. Ну, пригласите хотя бы одного-два друга подписаться на канал. Все, абсолютно все.
Во-первых, добьем 4 миллиона, осталось немного. Во-вторых, сделаем невероятное. Смотрите, поехали, у нас нету мифика и легендарки. Ну что ж, поехали. Так, я думаю, сейчас надо прокачать персиков, да. Чтобы можно было еще выбивать гаджеты. Блин, ну это интересно очень. Я после вчерашнего не успокоюсь, я теперь буду открывать сундуки днями и ночами, пока не увижу подобную картину. Я думаю, повторить возможно, но надо упорство. И надо помощь от вас. Ну неужели вы не хотите увидеть две леги на экране? Так, ладно. Все, я надеюсь, что мы с вами договорились. Вы сделаете то, что я прошу. Стоп. Давай, брат, давай. Лайк, подписка, падает лего. Готов? Поехали. Ну, поехали. У нас, запомните, 10 предметов. 10 предметов. Если вдруг появится новый предмет, значит, что-то выпало. Ну, мы можем не увидеть просто. Бывает, прокликивается по два бокса, и мы можем не увидеть. Так, ну, как минимум, тара нам еще дропнется, я так думаю. Хотя... Блин, не, ну вчера это жесть было. Тупо с 7 боксов, как это произошло? Я это не увидел. Это как будто не со мной произошло, блин. Ну, это правда. Опа, вот она, тара, но я ей не удивлен. Я таре не удивлен. Все! Ребята, мы выбили все, осталось 3 мифик, ой, 3 леги. Боже, если ты хочешь так же, чтобы у тебя происходило, будь подписан. Будь подписан, чудеса случаются, поверь мне, многие тоже не верили там, когда в конкурсах побеждали, когда попадали ко мне в видос, говорили, блин, да капец, я не верю, что это произошло, что мне сколько всего выпало, я, ну, мечтать не мог. Ребята, мечты всегда сбываются, поэтому, ну, мечтать, конечно, чтобы выпало лего в игре, это такое, ну да ладно. Это... Опа, 12 предметов! 12 предметов, неужели это лего? Это гаджет, пожалуйста. Фух. Знаете, почему я захотел, чтобы это был гаджет? Чтобы, ну, я хочу увидеть выпадение леги. Ну, хотя, опять же, блин, не знаю. Сейчас посмотрим, что у нас по шансу. Шанс, ну, такой себе. Ну, ладно, я верю в то, что вы подписаны и поставили лайк. Поэтому, let's go. Фух, жесть. Ну давай, Илка, подкрути. Все подписчики сейчас поставили лайк. У мониторов затаили дыхание, ждут легу. Мы все ее ждем. Если это сработает, я официально заявляю, что лайк, подписка работает. Пожалуйста, легу, нам легу, мы все выбили, все классно, но легу, мы ждем легу. Да, ребят, мы ждем легу. Давай, пожалуйста. Ой, 12 предметов. У нас 200 ящиков. Гаджет, хорошо. Окей. Это все классно, гаджеты крутые, но... Это все уже на персонаже, который выбит. Нам надо новый. Еще один гаджет. Тоже хорошо. Готово. Так, 14 новых бойцов. Давайте 15-й будет лего. Я верю, братья, я верю, что до конца нам выпадет лего. Но я, по крайней мере, на это надеюсь. Шанс очень маленький. Никитос, открой, пожалуйста, дверь. 15 бойцов, ребята, посмотрите. Это гаджет, да? А, это гаджет. Блин. Ну, блин. Блин. Это гаджет. Пу-пу-пум. Ладно. Давай я взяваю игра. Блин. 16! Ну это гаджет, да? Блин, я нажал на Фрэнка. Теперь 15 стало. Ну да ладно. Вы помните, что Фрэнка мы выбили самым первым. Поэтому никаких сомнений, что Фрэнк был новым, у вас нету. Надеюсь. Так, 170. Ну сейчас, мы еще к большим перейдем. Самое интересное будет у больших ящиков. Если реально я выбью легу, то всем подписчикам, которые подписаны на канал, 100% повезет. 100% просто. 150 боксов. Давай, родной, давай. Так. Давай. Ну, сейчас гаджеты пойдут. Я прокачал много персов, сейчас пойдут гаджеты. Ускоряемся. 127 боксов.
Боже, сколько боксов мы открываем, это капец. Но тем самым аккаунт хорошенько прокачивается. Так, 115. 113. Так. Пока не видать леги. Ну, слушайте, мы ждем легу, поэтому... Я думаю, вам всем понятно, что сейчас... Затишье, 16! Нет, 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 это не лего, это гаджет, это гаджет, окей. 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 Так, еще один гаджет, гаджет, да, гаджеты падают, это круто. Блин, на самом деле, реально очень крутое открытие. Все так много падает, я, блин, кайфую. Дайте легу, я прошу вас. Так, давайте маленькие, наверное, заканчивать. Побыстрее я их открою, прокликаю. То их так много, так... Последние боксы, которые остаются, мне прям уже прям аж их открывать нудно. А вот большие ящики, сейчас будет интересно. Фух, ну давай, мы увидим выпадение леги. Мы должны... Это случилось вчера, почему не случится сегодня? Что? Почему так? Давай, удача, подвернись к нам, подвернись. Лега должна дропнуться. Так. Сейчас эти маленькие боксы, я их пооткрываю. Блин, боже, они не заканчиваются. У меня уже пальцы болят их открывать. Фух, жесть. Я хочу большие уже открыть. Боже, они реально не заканчиваются. Я их устал открывать. Давай. Все, последние ящики остались. Так. Опа, 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 18, 18. Так, хорошо, это не лего. Так, есть. Ну что ж, осталось 79 больших. Фу, ну помоги нам, кто, не знаю, кто угодно помоги. Опа, фух, я думал сразу лего, да ты шо. Вот сейчас будет самое интересное, ребят, поехали. Давайте посмотрим шанс на лего. Блин, шанс на лего маленький. Фу, ребят, ну помогите выбить лего, правда. Очень прошу. Очень прошу, очень бы хотелось. Да ладно! Да ладно! Нет, это случилось! Да, 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 да! Да! Фух! Да, спасибо вам! Я теперь все 100% заявляю. Лайк, подписка работает. Все. 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 Да, это случилось. Все, кто сейчас подпишется, поставят лайк, это работает. Ребята, мы сделали невозможное. Мы вчера выбили две леги из 7 сундуков. Сегодня выбили все, что было на аккаунте и плюс легу. Это невероятно круто. Я отвечаю. Ну, я вот серьезно, вот без сарказма говорю. Я когда, помните, раньше открывал сундуки, когда говорил, Леша, Петя, Вася, Коля, подпишись на канал, выпадет лего, бла-бла-бла, да? Все с этого рофлили. Типа, ну... Понятное дело, что это байт, все дела, но посмотрите на мои открытия. Я последнее время никого, ну там, не сижу там, не называю имена, не, особо не привлекаю, чтобы все подписывались. Но я это последнее время реже стал говорить, и реально мне последнее время, ну прям не везло, не фарт вообще конкретный. Во всех батлах я проигрывал, все открытия какие-то странные были, вот только в кинотеатре лего выпало, я такой, вау, наконец-то. Но сейчас, за последние два дня... Дозиметр по легам зашкаливает. Это от души. Поэтому, если хочешь проверить, выбить легу, пригласи друга, если он не верит, пускай тоже подпишется. Вот если у тебя есть знакомый, у тебя не падает лего, просто скажи, поставь лайк этому ролику и подпишись на канал. Все. И копи сундучки. Я продолжу открытие. Мы выбили легу. Да, я больше ничего не жду, но если выпадет, я буду шокирован. 65 боксов еще. И вы видите, падает с больших боксов. Вчера тоже с больших. Это жесть. Я понимаю, что это всего лишь, да, там, типа, подпишись, поставь лайк, блин, ну я офигею просто. Как она могла выпасть? Мы сколько всего выбили, сколько мификов. Просто трэш. Просто трэш. Ну, короче, вы поняли, что надо делать. Поэтому все в ваших руках, ребята. Лайк, подписка, легендарка. Я не думал, что это сработает, реально. Я думал, да ну не выпадет. Шанс был очень маленький. Шанс 0.05 был. Даже не 0.0, не 0.1, а 0.05. Это очень маленький шанс. Стоп, 22. Ну это гаджеты. Два новых гаджета выпало, да. Фух, ну пускай падает, гаджеты пускай падают. Жесть, тупо жесть. Если сейчас еще одна дропнется, мне голос порву, реально. У меня уже, я чувствую, пропадает голос.
Да ты шо, я доволен. Все, я доволен, вы сделали мой день. Спасибо от души. Ребят, хоть и ролик длится 25 минут, напишите в комментариях, кто досмотрел до этого момента, клюв ворона. Нам выпал воробушек, да, клюв ворона. Не, напишите, знаете что? Напишите, знаете что, кто досмотрел до этого момента? Я не ожидал от того, что лайк-подписка сработает. Напишите в комментах, я не ожидал от того, что лайк-подписка сработает. Реально, напишите, кто досмотрел до этого момента ролик. 25 минут. Все, мы закончили. Это безумие. Ребята, мы закончили. Осталось выбить две леги и аккаунт фуловый. Посмотрите, сколько... блин, на Джеки гаджет, жаль, не выбили. Мы выбили кучу гаджетов, прокачали жестко аккаунт. Реально, он был вообще, считаю, максимально... днище прокачан, сейчас он очень крутой. Короче, подписывайтесь, ставьте лайки, вы все видели сами. В описании тоже подписывайтесь на Телеграм, на Инстаграм, везде. Спасибо вам за просмотр, желаю вам, чтобы выпала Лего ту, которую вы хотите. Всего вам хорошего, подписчики, я рад, это круто. Спасибо всем, ждите реванш батлов и приходите вечером на стрим. Я продолжаю пуш. Фух, пока.